Всем привет, с вами Влад. Продолжение прохождения поиск режима Стэн Легенда. Я снова сделал большой перерыв и готов к игре против Афины. Клуба Афины. АЕК я не люблю говорить вот эти названия, которые перед клубами постоянно, так же как и в Valveig, там что написано РКС вроде. Так, замечательная игра пошла. Так, отлично. Корпус поставил. Так, дружище, я хотел вообще-то... А это считается запас, интересно? Или нет? Не знаю. Нужно будет посмотреть. Если не забуду, конечно. Потому что я хотел все-таки дать пас. Ну, опять же, мой игрок далеко от себя отпустил мяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Не бери мяч, не бери. Это, ну зачем ты тронул его? Сейчас мне еще желтую карточку дадут. Вот зачем нужно было трогать? Баран. Ну ладно. Все равно товарищеский матч. Ничего не будет мне. Для того, что я получил эту карточку желтую. Так, замечательно. Давай, пасуй. Ну ладно. Сам виноват, так что не надо там газон портить. Наш, тем более, газон. Своими психами. Отлично. Офсайда не было. Гол. 2-0. Против Афин. Замечательно. Что еще можно сказать? Так. На проход я там немного отвлекся. Так, Контоэс какой-то с мячом. Твой корпус против меня и сработает, дружище. Теперь вперед. Так, замечательно. Давай скорость, врубай скорость. Обалдеть, ты что, ничего лучшего придумать не мог, ударив в ближний угол. Ты что, возомнил себя крутым игроком, который хорошо забивает ближний угол? Умник. Обалдеть. Фонтас. Фонтас? Фонтас? Или мне показалось? Стоп. Извиняюсь. Так. А Фонтас. Ладно. А то я уже подумал, что игрок Барселоны делает в Афинах. Или как-то, ну, ладно, как-то так. Я плохо знаю, как читать на английском. Я вообще-то другого хотел сделать, я хотел налево. Ладно. Опять же, не обращаю на это внимания. Что это? Это рикошет, надеюсь. Да? Да, ух. Я уже испугался. Ух ты ж. Молодчина. Я даже на повторе посмотрю. Этот гол. У нас капитан подает. Молодчина. Действительно. Мне кажется, там должен был игрок стоять, который зачем-то побежал вперед. Ладно. Как я люблю говорить. Чтобы много времени не тратить. Ой-ой-ой. Отлично. Вперед. Офсайды. Или нет? Не. Пасуй. Блин. Фонтас. Вроде Фонтас Барселоны без. Ну просто О там и все. F-O-N-T-A-S. Я просто не помню, как. Вроде как А. А почему это как У? А ладно, не буду позориться за своим знанием английского. Так как в колледже я его совершенно забыл.
Ой-ой. Так, свисток. На таком опасном моменте свисток дал судья. Это довольно-таки правильно. Нечего тянуть. И Халло выводит. Не увидел 17 номером. Так. Справился. Зря ты. Просил, блин. Я делался, что не дам заполучить мяч. Я ошибался. Ух ты. Гол в ближний угол. Где я умею в ближний забивать? Блин, у меня постоянно не запускает. Сколько можно? И опять на 50-й минуте. Да уж. Ну, ладно. Будем наблюдать, что будет творить наша команда без меня. Пока что возня. Ну, я не знаю, что тут можно комментировать, если ну нападают игроки противника. Хорошо. Мы отбираем опять же. Возня идет в центре поля. Отбирают нас мяч, но в подкате ушел мяч от игрока Афин. Неудачный пас с нашей стороны. Ну это просто скучно. Скука действительно какая-то. Когда я не играю, то что это? Тут я даже этих игроков не знаю, поэтому мне неинтересно самому наблюдать. А вам я не знаю. Наверное, тоже неинтересно слушать, как я буду просто комментировать то, что происходит на этом поле. Учитывая то, что происходит, скукотень, самая настоящая. 4-0, наконец-то этот матч закончился. У меня рейтинг 8-0, опять же, в матче. Так. Ну, давайте мне какие-то отличные бутсы, я буду доволен. Все. Ну. Ух ты. А у меня какие бутсы? Нужно посмотреть. Так, объекты. Снаряжение. Что за бутсы вообще получил? Я и забыл. Так, стоп. Список объектов. Бутсы. Как они называются-то хоть? Так, стоп. У меня вот эти. А, у меня все равно лучше, потому что у меня сила удара точность на один больше. Так что... Мои это лучше. Это вроде сборная Камеруна, если я не ошибаюсь. Ну, вполне возможно, что с моим знанием географии это... А не, да, Камерун все-таки. Да. Не опозорился. Ну а на этом все. Увидимся.